609 километр. Ни о чем мне это не говорит. Ну что, навигатор не работает по-прежнему, связи практически нет. Парни сказали ориентироваться на юг, но, блядь, короче, еду на юг, блядь. Так, ну что, повезло мне. Женщина едет как раз в ту сторону, куда надо. Сказала, что сопроводит. И я потихонечку сейчас поеду за ней. Вот, мир не без добрых людей, получается. Дай бог здоровья этой женщине. От 15 до 20 лет я не дрались между собой. Что защищали, не знаю. Просто надо было драться. Cheers.